Всем привет, дорогие друзья, зрители и подписчики моего канала, с вами Пранкстер. Сегодня вы смотрите рубрику влога. В данной рубрике я рассказываю свои жизненные истории. И сегодня я поделюсь с вами такой жизненной важной историей о том, что я купил кружку. Кружку из посвященную тематике Гарри Поттера. Я не могу сказать, что, ребята, я прям большой поклонник Гарри Поттера, в том смысле, что я не могу похвастаться тем, что я читал его книги. Я не могу похвастаться тем, что я знаю каждую деталь, допустим, каждое животное из серии Гарри Поттера, или, например, каждое заклинание. То есть я не такой прям фанат-фанат, но я смотрел фильмы Гарри Поттера, в том числе последние три фильма «Фантастические твари». Я еще не играл, но обязательно поиграю в «Хогвартс Легаси». Это игра, посвященная вселенной Гарри Поттера, но без самого Гарри Поттера. Вот, и поэтому я очень сильно уважаю эту вселенную, Хогвартс и данного героя Гарри Поттера, поэтому я решил себе... Кстати, кто подписан на мой канал, могли видеть о том, что я приобрел себе на zon.ru вот такой вот кулончик. Это кулончик «Дары смерти». Если вы не видели видеообзор на данный кулон, то переходите после просмотра данного видео, в самое начало видео перематывайте, и в верхнем правом углу будет подсказка на данный плейлист влог. И там, собственно, вы можете увидеть обзор на вот этот вот кулончик «Дары смерти». Там я объясняю, что он значит и так далее. В общем, сегодня видео не о кулончике, видео о вот такой вот кружке. Сразу могу сказать, что страна изготовления Китай... Ой, хотел сказать Китай, Турция. Турция. Так, давайте, собственно, распакуем. Смотрите, объем кружки 220 мл, что достаточно мало, потому что обычный стакан это 330 мл, здесь 220 мл, но тем не менее это вот такая вот кружечка. Сувенирная, больше сказать, да, но тем не менее, как кружка, она также может быть использована. Так, ребят, сейчас небольшие шумы на заднем плане, если вы их слышите, это очень плохо, но тем не менее, я извиняюсь за моих соседей, они постоянно шумные, что-то то шумят, то сверлят и так далее. Ну, собственно, смотрите, здесь особо по упаковке рассказывать нечего такого особенного, давайте я вам просто покажу ее, можете сами ознакомиться. Вот так вот она выглядит. Вот, описание какое-то, вероятно. Смотрите, здесь вот такой вот какой-то Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Короче, школа волшебства и чародейства. Вот так вот она выглядит. Вот, кружка выглядит вот таким вот образом. Здесь вот нарисовано Хогвартс, точнее герб Хогвартса, желтой краской, но здесь проблема с напылением, здесь немножко неточное изображение, давайте вот я вам приближу, сами можете посмотреть, неточное изображение, то есть изображение как бы немножко такое, как будто потертое, но тем не менее, общие черты, конечно, отображаются, надпись Хогвартс отображается, и общие черты герба отображаются, ну, в общем-то, в принципе, неплохо. Но вот здесь тоже вот внизу, можете видеть, должна быть надпись, но ее вообще практически не видно, она очень сильно стерта. В общем, качество напыления достаточно, ну, на троечку из пяти, скажем так. По поводу питья. Пить будет неудобно, если будут толстые стенки, поэтому давайте проверим. Но в принципе нормально, она не сильно толстая, но в принципе использовать можно. Допустим, кофе заварить там, либо чего-нибудь холодненького выпить, жаркий летний день. В принципе, отличная кружка. Но даже она у меня будет стоять на видном месте на кухне. Каждый раз, заходя на кухню, я буду получать эстетическое удовольствие от того, что я наблюдаю вот такую кружку. В общем, это была рубрика «Влог». Здесь я рассказываю свои жизненные истории. Если хотите увидеть больше жизненных историй, повторюсь, переходите в самое начало видео, кликайте по подсказке в правом верхнем углу и переходите на плейлист. Также рекомендую вам посетить мой канал, посмотреть другие видео и трансляции. Всем, ребят, спасибо за просмотр. С вами был Пранкстер. Увидимся в следующих роликах. Всем спасибо. Всем пока.